Уникальная космическая коллекция появилась в Музее современной белорусской государственности. Летчик-космонавт Олег Новицкий, уроженец Минской области, передал в фонды музея личные вещи, именной костюм, спасательные средства, а также национальный флаг Беларуси, который Новицкий брал с собой в космос. Кроме того, теперь в музее можно увидеть фотографии с подготовки и полета космической экспедиции. Свое почетное место займет и эмблема экипажа, на которой изображен корабль и символы государств-участников экспедиции. Все мои личные вещи, которые хотел взять, включая флаг, конечно, письма, фотографии, какие-то маленькие сувениры, там, друзей от близких, которые можно было взять, они все поместились, по-моему, там запас, еще был грамм 70, что ли. Единственное, было очень приятно, что сотрудники посольства Беларуси в России очень быстро пошли на встречу, организовали эту встречу. Вот, была такая торжественная передача флага. Причем передали флаг не только вот Республики Беларусь, но и флаг бессмертного полка, который тоже с нами был на орбите. Поэтому флаг, когда вот был осмотрен специалистами, он без всяких претензий был допущен к полету. Напомню, накануне Олег Новицкий посетил Национальную академию наук Беларуси, где познакомился с успехами наших специалистов в области космонавтики. Кроме того, Новицкий подтвердил свое участие в 31-м международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов, который пройдет в Беларуси в сентябре 2018 года.